Расскажите, пожалуйста, была ли в Древнем Риме система меры весов? Была. А как покупателей обвешивать? Как еще? Интересно. Так просто не получится. Цены назначать. Я помню, когда в Азии жил. Идешь по рынку, огурцы почем? 10. Чего 10? А у тебя 13. Чё 13? Я долго понять не мог. Оказалось, 10 штук на рубль. Или 13 штук на рубль. Не просто. Без весов, ну, весов не было, потому что у кого были весы, там не у всех были гири. Поэтому вместо гирь были точно взвешенные камни. Тебе такие там навалят. Вот 3 килограмма, пожалуйста. Интересное время жили. В чем мерили длину, массу и прочее, прочее. Слушай, это очень долго рассказывать. Одно могу сказать, что у них все было как это антропоморфное. То есть локоть. Дюйм, то есть фаланга большого пальца, ладонь так, локоть, рука. В общем, все было очень похоже на то, что было потом у нас в старорусское время, но это очень долго рассказывать, потому что там сумасшедшее количество различных показателей. Поэтому берешь Google или Яндекс и набираешь там древнеримская система меры весов, и тебе выдаст список, наверное, там из 1000 ссылок, где это все будет расписано максимально подробно. Не ленись.